Братва, всем привет! Сегодня вот такая вот посылка. Так, сегодня у нас ходовые, дневные ходовые огни с бегущими огнями. Так, ну давайте быстренько к блочкам перейдем. Так, блок у нас обычный пластиковый. Не герметичный, к сожалению. Так что лучше его будет устанавливать в плате. Ой, в плате, в фаре. Сейчас скроем. Так, здесь у нас ничего сверхъестественного. Плата на контроллере. Ну, по идее, все. Ну, там еще на каждом диоде идет контроллер свой отдельный. Плата что-то тут как-то вообще не закреплена. Что-то я по сборке так не впечатлен. Так, ну ладно. По-моему, даже она должна вот так вот быть. Короче, оба блока лучше разобрать и нормально сделать. Хотя бы термоклеем. Так. Я еще ножки сломал, да? Ну ладно. Короче, я все равно отдельно еще его герметиком, термоклеем пройду. Так, это у нас вот так вот получается. Минус отдельно, два управления здесь и выход здесь. А было наоборот. И здесь также наоборот. То есть блоки уже собраны неправильно почему-то. Вот видите, идет выход, который должен быть здесь. Плата, короче, наоборот стоит. Но я скажу, лишь бы работало. Данный комплект стоит 1400 за счет бегущего огня. Сборка, к сожалению, не радует. Максимальное напряжение 1,5 ампера. Так, работает от 9 до 16. Большая надежда у меня на то, чтобы при выходе напряжение не превышало 12 вольт, чтобы диоды жили дольше. Так, посмотрим лицевую часть. Вот наша лицевая часть. Так, здесь видно у нас 9 диодов. Как я понимаю, 3 идет на ходовой огонь. И 3, ой, 6 идет на ходовой огонь и 3 идет на поворотник. В данном случае поворотник у нас реализован бегущим. И каждый модуль можно как отделить на шлейфе. То есть можно его с загиба делать. Также и вот с помощью вот такой штуки. Вот такого крепления можно соединить их вот так вот. Так, ну, в принципе, что, давайте перейдем к тесту. Ну, как к тесту, включению. Посмотрим, что вообще он из себя представляет. Так, эти спицы, так вообще. Не спица бы из-за спиц. Так. Так, у нас один блок подключен. Он идет у нас только на питание, соответственно, блин. Тут все не влезет даже. Так, поди отсюда будет начинаться. Так что давайте отсюда подключим. Так, сейчас у нас подключен ходовой огонь. То есть мы включаем. Так, у нас загорается ходовой огонь. Кстати, а нет, у нас загораются все диоды, все 9 диодов. Как ни странно. Сейчас тогда посмотрим, что у нас поворотник идет. Так, подаю плюс. Так, это получается красно-черный провод от блока идет. То есть это ходовой огонь у нас. И также третий провод это желтый. Желтый у нас идет на управление поворотников. То есть сейчас я замыкаю поворотник. И по идее должен загореться желтый цвет. Так, ну в смысле подаю на него плюс. Вот, я подаю на него плюс. И также горит 9 диодов бегущим огнем. Ага, тут идет 9 диодов чуть больше на ходовой огонь. И 9 диодов более мелких на поворотник. Вот так это все выглядит.
Так, убираем. Вот сейчас сымитирую работу реле, то есть замыкание, размыкание. Вот, один раз нажал, он 4 раза пробежал. Раз, два, три, четыре. С одного касания, с одной подачи реле, он получается пробегает 4 раза. Раз, два, три, четыре. И загорается опять ходовой огонь. Так, ну с этим разобрались. Поворотники. И посмотрим еще, как оба ходовых огня горят. Так, убираем провода и запускаем наш блок питания. Так, ну достаточно ярко они горят. С условием, что что камера. Вот я направляю сейчас. Ну, себе в лицо почему-то. Не, камера не дает поймать фокус того, что очень ярко. Ну, здесь, я думаю, все видно. Короче, по 9 диодов идет на поворотник и на ходовой огонь. Данные полоски стоят 1300 там с копейками. В принципе, для легкого тюнинга фары, я думаю, они подойдут. Длина у них 60 сантиметров, 62, по-моему. Также их можно разъединять между собой и на шлейфе растянуть, согнуть. То есть сделать поворот, вот, например, вот в таком случае. Вот если у вас фара идет с поворотом, вот можете здесь поворот сделать. Ну, по идее, все. Ничего особенного нету. Единственное, блок, по моему мнению, стоит устанавливать непосредственно фару, потому что с герметичностью у данного блока большие проблемы. Да и в принципе сам этот блок и не нужен, то есть можно удалить эту пластмасску и саму плату установить в фару, все равно ее будет не видно, а уже вывод проводов вытащить из фары. Так, минус в принципе можно подключить в фаре. Плюс можно подключить к габариту, и поворотник можно подключить к поворотнику, по идее. Но если вы хотите, чтобы они горели у вас от габаритов, если вы хотите, чтобы они горели у вас непосредственно от зажигания, либо от еще какой-нибудь предбуды, тогда придется вывести провода из фары. Так, ладно. Всем спасибо. Ставьте лайки, кому понравился обзор. Был информативен. Всем удачи, всем пока!